Всем привет, ребята, с вами я, Матвей. И сегодня я снимаю первое видео на мой канал. Так, о, стоп. Я в джунглях? Ха! Хорошенькое место спавна. Так, вон сундук. О, мне, да? Я бы сказала, повезло. А рыба? Это что это? Сырая? Окей. И рыба какая-то. О, куча дерева. Куль-куль-куль. Это я обожаю, ребята. Так, куча дерева. Скоро, кстати, к игре, скоро мой папа подсоединится. Пока что он еще не подсоединился. Так, и что там? Вау. Сколько досок? Что? Ага. Просто бревна. Какие-то другие бревна. Окей, берем это все. Это что? Какое-то другое домино. Кстати, ребят, подпишитесь на канал, потому что сегодня только первое видео вышло. Пожалуйста, поддержите этот канал лайком. Так, что это? Семена чего? Семена. Окей, понятно. Так, молодой сундук. Мне понравился. Окей. Сейчас это. Я сейчас так сделаю. Блин. Так. Окей. Так. Так. Сейчас я пойду, добуду еще дерево. Пап, пока я должен подсоединиться, а? Видно никогда. Окей, так. Пока что добуду дерево. Так, хорошо. Я уже начинаю играть, а у меня вон что творится. Окей, ребята. Деревом нам. Не ходом. Что такое? Саранец? Что это? Нет. Какое-то семечко. Все. Это просто обычное семечко. Так. Место спавна мне не нравится. Да. И что мне тут делать? Сделать вот так. Окей. Привет. Так. Папа. Да. Ты подсоединишься? Да. Как взять верстак? Скажи. Что? Как взять верстак? Какую кнопку надо нажать? Не помню. Сначала. Ты помнишь? Окей, буду экспериментировать. Такс, это что-то не то. Такс, папа, помоги. Я могу забраться. Да-да, это я знаю. Странно. Верстак что-то не красится. Может быть, инвентарь зайти? Может быть... О! Все! Наконец-то, ребята, доски. Шучу. Делаем наш верстачок. Заветный наш. Наш заветный верстачок. Окей, верстак. Ставим. И крафтим первым. Делаю. О! Чего я только начинаю играть, а мне во что? Уже. Окей. Перехожу в верстак. Так. Делаю. Золотой топор нет. Деревянный. Или у меня нет палок. Окей. Окей. Угу.
Так, это... Так, еда. Печенька? Такс. Там парам-парам-парам-парам-парам. Пап. Да? А ты расскажешь, где делаются палочки? Какие? Обычные. Нам. Палки, вы где-то запрятались? Вы где запрятались? Да. Странно. Ба. Где палочки? Где? К. Стал. А. Всего лишь. А я подумал, так стал. Надо. Поделка. Ты ж, это что, маяк, наверное, без разницы. Так, мистер Егор. Да. Подскажите, где делаются палочки? А вот они. Все. Та-та-та-та-та-та-та-та. Естественно, инструмент теперь. Так. Камень нельзя. Топор. Мотыги не нужны. Топор есть. Лопата. Кирка. Меч. Лук недоступен. Сирен. Окей. У нас уже есть вот что. Так. Что-то Егор в игру не заходит. Странно. Обычно он заходит как мигом. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Та-дам. И скажите, что мне делать тут в джунглях? Па, ты будешь заходить? Угу. Да. Говори. Грибы. Зачем они мне нужны? Грибы! Так. Набираю верстак. Пава, а ты это, придешь куда-нибудь? Угу. Вина нет. Так, будешь ходить? Тогда иди и ходи. Да тем более, уже это, джунглиный этот, пора искать. Кстати, ребята, это первое видео сегодня на мой канал. Так что подпишитесь, пожалуйста, я спрашиваю, ребятка. Видно, Егор никогда... Пап, ты присоединишься, а? Так, давай присоединяйся уже. Все уже здесь. Окей. Хочу повыбивать саженцы дома. Ребята. Первые листвы саженец. Саженец. О. Ха-ха-ха. Ребята, мне очень повезло. Погодите, сейчас выпадает. Саженец. То есть сейчас вы должны поставить лайк. Видно, не поставили. Сейчас подпишите. Если вы выпадет саженец, вы должны подписаться на канал. Обязательно. Ставим на колокольчик. Все равно, ребята, это все надо сделать. Все равно. Так. Видно, Егорами тут не пахнет. Окей. Егори, где вас найти? Егори, нам пора искать лук-батун. Лук-батун давай искать. Ребят, подпишитесь на канал, я вас просто прошу. Егори, лук-батун искать. Егори, помогите мне выживать. Я да, в джунглях. И тем более, уже ночь наступает. Егор! Так, ребят, видно, он сегодня не зайдет. Пап, зайдешь когда-нибудь? Да. Зайди уже сейчас. Уже ночь доходит, а если еще не дошел. Вот баг. Листва не обладает. Ой, какая листва?
Окей. Окей, ребяточки. Чё тут? А, это что такое? На колау. Какао вы? Угу. Да? А, о, Егор заходит. Быстрее. О, а где ты? Пап. Ты где? Ты где? Па, сейчас будут мобы спавниться. Па. Па. Ничего страшного. А где тебя найти? Сейчас найдемся. А ты возле сундука? Нет. А где ты? Не знаю. А где я? Где все моя? Блин, па. Нам капец. У меня ни камня, но меча, ни камня, ни топора. Пап, нам капец. Все. Так, ну что, ребятки. Па, стоп, погоди, па, стой на месте, стой на месте. И вертоник. Ребята, если вы видите. Папа, стой на месте. Стой на месте. Вон, па, это оттуда. За тебя прямо. Вот, посмотри, где мой ник. Вот он я. Прямо на меня смотришь, вон я. Ползишь, ползишь. Папа. Кстати, если Егор, вон, снизу играет. Я за Стива. Егор. Ты-то. Ты меня увидишь когда-нибудь. Кстати, это вот верхний экран, это я. Нижний, это Егор. Привет. Идем. Ты что? Куда идем, ты знаешь? Окей, тебе дам каменную кирку. Не каменную, на. На тебе кирку. Тебе кирку дал. Да. Древо рубит. Так, все, будем приезжать ночь? Я думаю, стоит копаться под землю. Ой. Чем я вообще копаю? Пойди ко мне в убежище. Переждать ночь. Окей, не будем, просто... Так. Тут-то... Что будем делать? Мы будем копать шахту, а? И у нас же факелов даже нету. Окей, идем наружу. Как думаете, ребята, стоит нам идти наружу? Мне кажется, нет. Окей. Так, ребяточки. Па, ты что делаешь? А? Па. Копай. Ну, копай. Никто не отвечает. Алмазы дайте. Да что я говорю? Алмазную броню дайте. Элитры. Эндермир дайте. Элитры, в конце концов. Ну, элитры, в конце концов. И литры. Так, ребята, в конце концов мы будем копать шахту. А Мигор, ты будешь мне помогать? Ну, уже это, кирка ломается. Если что, я сделаю новую кирочку. Так, ребятки. Так. Блин, а где уголь, па? Окей. Что? Снаружи? Пап, почему у меня дерево? У меня много. На 24 доски, ты чё? Пап, на 24 доски, ты чё? Почему бы у меня дерево? Это что, железо? А, просто камень. Вот тут вон. Па. Да. Чего ты не копаешь шахту? Потому что надо сначала запастись ресурсами. Да. Я уже запасся. У меня еда есть сырая.
Я хочу в Афган. Пусть 10 лет. Пусть 10 лет. Угля нету. Окей. Намек понял. Я буду еще тут 10 лет. Окей. Окей. Да где же уголь? Окей. Ну даже дома нету нормального. Я уже столько прокопала, угля нигде нету. О, где же уголь? Так, ребята. Скажите мне, где уголь? Окей, ребят, я буду уже выходить. Уголь, так я понимаю, я не нашел. Окей, потом найду. Все еще ночь? Да. Стоп. Ребята, я нашел. Звезды в Майнкрафте круглые. Стоп. Па, звезды в Майнкрафте круглые? Да. Обалдеть. Звезды в Майнкрафте круглые. Эндерман. Эндерман. Па. Заходи. Там стадо эндерменов. Где? Вон. Если на них посмотреть, они заагрятся. Если на них посмотреть, они заагрятся. Где? Я не вижу, это облако. И вон там был. Это мой ник был. А? Да я знаю, там эндермены. Не, мне показалось. Окей. М? Что? 15 минут. М? 15 минут. Так. Что? Точно не можешь? Так. Окей. Угля мы сегодня примерно не найдем. Ну, что делаешь? Говорю всем пока. Окей. Ребята, первая серия. Выживание на Майнкрафте. Можете посмотреть. У нас эти доски. Здесь яблочко, кирка почти сломанная, меч, топор, короче. Ну, короче. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Жду вас во второй серии Майнкрафта. И всем пока-пока. И, наконец, в итоге...